CTF — это мероприятие для специалистов по информационной безопасности, называется он Capture the Flag. Обычно его проводят для хакеров, для тех, кто уже в информационной безопасности давно и умеет ломать системы. Но мы решили этот формат немножко переиграть и провести это мероприятие для разработчиков, для аналитиков, для тестировщиков и всех IT-специалистов. У нас две лиги. Есть лига опытных и лига новичков. Мне кажется, главная ценность этого состязания от Тинькова, в отличие от хакатонов по разработке, тут вообще нужны другие навыки. То есть вот мне, как фронтендеру, да, мне приходится, ну, много чему учиться. То есть ребята, кто там занимается девопсом, какими-то похожими историями, им явно проще. У нас каждая задача — это какая-то история, там много мемов, значит, отсылок к поп-культуре. Это помогает как-то проще относиться к задаче, вот. Она не кажется такой неподъемной, как-то ты легче вовлекаешься и пытаешься найти решение. Чувствуется какой-то дух, когда рядом сидят команды, что-то обсуждают, какие-то, может быть, идеи появляются больше. Там всякие крики, возгласы, типа «Ура, мы решили такое-то задание». В общем, вот, какой-то дух соперничества присутствует. CTF всегда интересны с нескольких сторон. Ты находишься в такой соревновательной атмосфере, и вот каждую минуту может произойти какой-то переломный момент. Даже если ты на первом месте, в любую секунду может с другого конца зала услышаться вот такой хлопок, и вся игра переворачивается. Большая миссия CTF — построить локальное и глобальное комьюнити. Познакомили ребят не только безопасников, но и тех, кто никогда с этим не работал. Они продолжают общаться и продолжают хотеть участвовать в такого рода соревнованиях.